Сегодня горбольница номер 5 вернулась к работе в штатном режиме. Медучреждение вышло из красной зоны. За время пандемии ковидный статус оно получало уже 3 раза. Как говорят врачи, последний период с 26 июня этого года оказался очень сложным. Увеличилось число тяжелых пациентов и молодых людей. Временный инфекционный госпиталь был рассчитан на 380 коек. Но в пиковый период лечения здесь получали до 500 человек. Пришлось разворачивать дополнительные места. На прошлой неделе в больнице прошла тотальная генеральная дезинфекция. Оставшиеся пациенты либо выписаны, либо переведены в другие ковидные госпитали. Мы, конечно, очень рады, что скоро наша больница откроет двери для наших пациентов, офтальмологических пациентов, которые остро нуждаются уже в операциях. Проводим генеральную уборку, готовимся к открытию и, конечно же, надеемся, что больше мы уже не войдем в инфекционный госпиталь. Будем работать в своем многопрофильной больнице. Сейчас горбольница номер 5 принимает как экстренных, так и плановых пациентов по 18 профилям – офтальмологический, гинекологический, сердечно-сосудистый и другим. Но, как отметил сегодня на деловом понедельнике руководитель управления здравоохранения Александр Николаев, в случае необходимости здесь будут развернуты провизорные койки. На данный момент в Челнах функционирует один провизорный госпиталь – это инфекционка. Также в красных зонах остаются горбольница номер 2 и госпиталь для ветеранов войн.